Здравствуйте. 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 А чего вы не красите? Здравствуйте. Да, здрасте. Делали, не сделали. Давай, старуха, докладывай. А здесь дорогу не делают? Так, когда они начнут делать? Нет, они уже работают на сегодняшний день. То есть на сегодняшний день что сделано? Подготовка практически на 100% выполнена. То есть поставлен борт. Огромный объем подготовительных работ выполнили по отсыпке щебнем. Да, хорошо, когда они заборы? Здесь они снимают сейчас? Да, снимают. Здесь уже все сняли. Нет, я имею в виду там, да? Проб снимать еще или там уже? Нет, там будет уже просто сверху, вот с этого асфальта просто будут еще новые следы. Потому что это новый асфальт. Срок какие здесь у нас будут? Реально подрядчик на сегодняшний день, с учетом того, что он согласовал рецепт, согласовал пробы. Срок нам 5 сентября. То, что мы сегодня увидим по асфальтированию, это объем работ, которые он сделали буквально дня за 4, потому что они вот только согласовали. Я пока еще не видел. А это сейчас мы увидим. Нет, в этом году выполнили забор полностью, все, забор приняли, да? И площадка, и асфальтирование, да? И площадка для уровня. Подготовительные работы уже начали. Когда вот там сейчас там у нас стояла разрушенная крепость, убрали деревья, уже не убрали, то есть вот там, где железные, там стоят площадки. Вот так, когда? Одну здесь. Когда началось? Две площадки здесь и в центральном парке, в любом городе будет стоять. Есть одна история, я просто вам доложу. Есть вероятность того, что можем начать работы по дополнительным дорожкам. Ну, это посмотрим. Хорошо. Ну что, тогда вы куда сейчас? В центральный парк поедете, да? Давайте в центральный парк. Это вот так, как было? Вырубать и вырубать. То есть это вот как раз тоже территория парка. И вот парком назвать это сложно, правда? И вот основная задача сейчас — вырубить все эти деревья, то есть привести их в порядок, поставить заборы для того, чтобы замкнуть территорию парка полностью, уже привести его в нормальный божеский вид. Чтобы мамочкам с колясками здесь было не стыдно и не страшно гулять. Вот это вот основная территория. По деревьям это сложно уже назвать, потому что это уже такие старые деревья, которые должны, в принципе, быть торчёными. Ну, а это вот забор, который завалился уже. 100 лет. А сейчас мы подъедем, посмотрим то, что уже делается, и у вас будет возможность просто сравнивать. Вот такой забор новый, который будем устанавливать по территории, так сказать, вдоль всей улицы рабочего полка, и приводить полностью в порядок всю территорию, выравнивать и открывать, чтобы это была действительно территория парка. Ну вот это как бы основная идея. Основные работы пройдут в этом году, но все, что в этом году не успеем, будем дальше приводить в следующем году. Ну, вообще мы планируем к дню города и области следующего года все работы по паркам, которые у нас сейчас относятся к паркам, мы планируем все работы завершить. То есть вот полностью привести, да, все в порядок. То есть до 14 сентября 2014 года все работы планируем привести, завершить и привести полностью парки в порядок. То есть у нас три территории сейчас. Комсомольский, Белоусовский и парк Пролетарского района. Пролетарский район, там еще пока подготовительная работа. Поэтому парки будут у нас одними из лучших в стране.